Давайте я зайду на БДК, ну так припустим, а вы возьмете лампуа, и будет БДК, если там нету ни у кого БДК, и будет 2 на пул от хантов. Ну давай, если хочешь, заходи на БДК. Только катит это предложение или нет? Что ты говоришь? Ну, говорю, там, ну, ВВ типа БДК, я же говорю, типа, если надо, то я захожу, мне пофигу. ВВ, БДК, ДД. Все, понял, окей, БДК, ДД. Допустим, ты на БДК, а? Можно взять этих трех хантов. Ну да, в принципе, да. Четырех хантов, да? Ну да. Так, ладно, смотрим. Шестая, седьмая пати. Надо рога Кольби. Начнем с этого. У кого-то есть эти персонажи? Вот фокус хира есть. Просто не надо холипал сейчас АДК и... Как я могу престол зайти вместо холипал? Фокус хира. А кто у тебя еще есть? Есть рога? Тут он у тебя был. Кот. Давай ты котом лучше пойдешь. Кроме, ты хилила РС уже? Когда-нибудь. Можно сделать так. Фокус котом пойдет. Доксом. Подожди, а у кого... Что там Доксон еще писал? У него кот и кто-то еще. А, вот это. Можно делать... Там, кроме... Накрыли, заходи на это, на Холи Приста. Плуга, Бугимен, если слышите меня в РК ВФ. Для вас пока мест нету в рейде. Пойдете в третью РС. А насчет хантов сейчас разберемся. Я не хочу холибристом хилиться, вот хоть убей. Подожди, ты сказал, что зайдешь или куда-то там зайдешь? На ШП, на Люровского. Там просто все настраивать заново, и это долго уж. Ходи демоном. Так, подожди. На ШП зайти. Так заходи демоном, Варенька зайдет холибристом. Фокус, заходи на... Дарт Вейдер, ты эти кикнул случайно или ты сам думал? Сейчас пароль эти два места. Я могу на демона пойти, если что. Ну, Варенька не зайдет уже на ханта. Че, у меня есть еще один хант. Печалька. Ну, хоть заходи на ханта, а хавкер на демона. Я на демона. Да не, я просто хочу там там прыгать. Ладно, секунд зашел на демона. Поку заходи на кота. Сейчас я хантом зайду. Шкаф еще один тканить. Сейчас думаю, смотри. Взять какого-то ДД, ВФ или Бугимена. А вместо трех хантов взять одного или лучше двоих взять? Ну, одного маловато, я думаю. Ну сколько там рог? Один рог, один хант. Роги нет в рейде. Ну я один вряд ли напалю. Тем более там не мой, значит он меньше дамажит, чем мой. Только один хант может напулить. Так, три ханта, рольте два места, РС. Я уступлю, пусть идут. Петрёш, Ванч. Так, значит, Ваня на... А, да, я еще на соус зайду.
или может не на соломе заходить. Кому можно Эрелла передать? А есть мама какого-нибудь? Не, такого нет. Что, есть настроение куда-то потом еще пойти? Ульду. Ульду. Кто это сказал, Ульду? Ульду. Ульду еще как есть. Ну да, там... Вы же понимаете то, что если мы пойдем в Ульду, вы потом оттуда не свинтите. Если вы смотрите, вам куча ГП прилетит. Вообще пофиг. На ГП? Куча стрелка. Короче, Ульда проносится час. Нет, 45 минут, 42 минуты рекорд. Вот, пойдем в Ульду и, ну, получим 1000 ЕП, то ливанет с Ульды и получит 1000 ГП, блядь. Не-не-не, хардмода, блядь, часа и... Фулл хардмода? Да? Фулл хардмода, но это еще быстрее, там просто зябить надо. А, не, Ваня, заходи на... Подожди. Заходи, Ваня, на холи приста, что там вот пим. Понял прикол. Я под этим... Где небесный? Мне нужна помощь. Ой, дай кулаки. Кому? Уже дал, спасибо. Буря. И, наверное, еще раз буря. 1, 2, 3, 4. Правосудие. Правосудие, то по-моему. Будет на единичке стоит этот моб, на двоечке бабл. Царь буры на L, правосудие на О. Ты, блядь, ищешь P1, да? Не, у меня буря на единичку. Двойка удар воина, удар героя, а тройка удар. На блять, на буре это удар воина с вертухи. Фокус, ты зайдешь или брать бугимена? Пожалуйста, Олег, с ноутбука говорю, что зашел. Просто я подумал, что тебе все надоело, ты ушел. Просто ноутбук конченый, поэтому долго грузится. А это... А надо юзать вот это вот освещение? Надо эту лужу юзать на Хлёне? Кого? Освещение, да. Когда страшно, юзаешь. Отойду пару минут к водичке попить, чайку сделать. Это же был ретрикан. Это же вопросы такие. А знаете, вот что было бы прикольно, если бы... Кидаешь вот это освещение, да? И вот кто в ней стоит, это уже хилится, типа. Вот это было бы вообще хрен. Мне надо... Это надо на Легион. Мне надо игры придумывать, ну видишь. Я не играл на Легионе. Сервер. Слушай, на Варшаве где-то есть тоже лужа, которую типа он кастует, а потом встаешь хилишься и срыв к ней. Это катаклизм, по-моему. Что с сервером случилось? 2000 онлайн. Конец? Все на Сирус ушли. На Вармейн. Да не знаю насчет Вармейна. Но это одно и то же. Ничего. Чип онлайн гинди, тут вообще понты у всех. Да шива нам. Это нифига не одно и то же, ты чё? Кого? Сет онлайн. Ну не одно и то же, но там вот эти европейцы, кто там американцы, эти дураки все. Комьюнити, просто их нет. В плане рейдов, механик, все то же самое. Ну, плюс-минус, там что-то работает, что-то не работает. Те же шипы вот у нас на нубе починили, ну и все. Дормы на никак не отличаемся, блядь.
Разве что крок багается, но это хуйня. Сказывается, два кота в рейде. Тут бы так никто не убил, да? Мы сегодня убьем это. Кого? Тут бы так никто не убил. Как вместо роги можно брать кота, да, точно. Ты фиксанули типа хил? Я не знаю, должен он такой быть. Не должен. Ну, почти такой же, но он чуть-чуть вернул. А все должен быть поменьше. Как вы это вычисляете? Вы же не знаете твиттер точно. Да, надо оригинальные логи смотреть. Ну ты прикинь, ты придешь туда рейдом 5.5, как было в актуале, что с тобой будет? Я думаю, что если очень четко хилить, все правильно, не делать лишнего оверхила, контролить мобов, там, сливать их, то ну, можно убить. На правильной тактике не смевается. На альянсе есть один человек, который эти все логи тщательно исследует и постоянно отправляет на телепорты. Хорошо, постараемся убить. Он делал логи за ИВК-10, там что-то проценты прыгали от 150 до 320. Я не понял, что именно, но... Да. Поставьте еще разок шкаф. Короче, не пойдем два кота, бокса на кот. Команда меня. Чик на лесу. Там вроде как урон, который наносится, да, по рейду, каждую там тычку, он типа на сколько-то умножаться должен и в виде отхила нубу приходить. Ага. Сколько процентов? Вот это надо узнать. Хер знает. Где ты там? Без... Ну, ладно, хорошо. Кулаки у всех на 2-7. Тотемы поближе к воде поставьте. Кот, есть скрин ДПС рейда? Моя целка. Да. Есть видео. 353 РДПС. Одна взлетка на синре. Почти 22 дал. Подал 22. Там что-то Максус 21600, команда 20 чем-то. Ничем 19700 что ли. Ладно. Ну потому что скинули чат, там что-то там больше цифры. 21.7. Там чуть-чуть у всех отличается. Джей от босса, Асфис первую копию, Деморонайзер вторую, пошли сразу. Начинаем танки. Пристабав, каску помогу. На меня нет. Еще у нас кастаура нету. Как дела у вас там? Или я просто далеко от вас? Далеко. Как дела?
каста урона слабаков. Не помогает. А, на интеллект не помогает. Ну ладно, тогда. Зачем тебе эта каста урона, это боссе? Я думал, на интеллект прибавляет. По мане следующем. По мане следующем прибавляет. Интеллект она точно прибавляет. Вложу чаще юза, если по мане содержишься. Сфриц умирает, подыму, или не подыму, уже не подыму. Там три копии есть, ладно, Сакра зарешает, думаю. Холипал только мертвый. Реплики. Там, как Апеллита, дай капельку на Кеншина. Ждал, вроде как. Да я Сакру дал нормально. Окей. За ретрика на Усаку, да? Прикольно. Какую на броню? Без вас я бы долго не продержал. Здесь произошли страшные события. Ну, броня, то это самое главное. Сакра от протопала ты дал? От ретрика Сакра. Ну, типа, было брони, сколько там? 1000, да? А Сакра дает еще 1000, блядь. Так это вообще... Ничего не дало, потому что броня стоит у протопала. Ну что у тебя? Там господа БДК, холипал, хилит. Хилит как я. Прикольно. Так она упала. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Чек. Каску поставим. Ладно, бьем. Берегитесь Джериона, блядь. Он сам себя захилит, он топ. Наверное, тут частицу можно не вешать. Ё-мо, я не захилю себя с новыми с Халиваном вместе, ты чё? Да первый раз. Не говори. Опа, дайте похантов. Стоп. Боюсь. Пара копеек не стрелял. Не знал. Блять. Зарди, которого ты убил. Да нет, у меня зарди, которого ты, блядь, врубился. Это был ты убить. Куда же пойти, в ЦЛК или в льду? Или в вайпа целый резки? ЦЛК. Пошли бы выкопал, я поймся. Не-не, сначала льду. Не-не, сначала РС, потом льду еще. Потом ВК, две штуки. Ну можно проще ППС ходить. Пошли в льду. Чем внуки? В ППГ, блять, в яму пойдем, то вот с Вилем сдохнул. На касте нет, пишу. Льдаш легкий босс. Мы пойдем в льду тогда, мне нравится. Откажу. Голову твинку выбил. Так. На... Хиля, Тиму... Я в льду сделаем это... Подожди, где небесный офанс? Там, где Халион стартует или нет? Можно его кикнуть? Слышно. Спасибо. Я захожу, Вань. Спасибо. Блядь, где офнулся просто? Сейчас босса запустим. Ну, запустим. Дайте Олегу сказать, он, блядь, сказать хочет. Спасибо. Так, Варенька, Хламончик нам Тьму хилят. Азарак, Круми, Свет. Четвертый пати отбивает големов. Second Socks на Круми кинешь СС. Во тьме диспелит Хламончик. Свету я. Первая фаза хила диспелим. Так. А что, Тьму диспелит? Кто Тьму диспелит? А ты кто? Это Полита. Не ты. Кто я, Полита? Блять, мне музыка играет. А, блин. Варенька, давай ты подиспелишь Тиму. Все. Блин. Ну это, ну дайте на АП там, дайте, куплю фласку лоб. Выпейте фласку. Момент, как Полита, продам фласку.
Танк против Ice Freeze. Лету Кеншин. Чек на бафы. О, да-да-да, давай-давай. Ой, лол, ты чё отменил? Так у тебя, блядь, и так две фласки. Небесный, ты зайдёшь? Да, грузится, блядь. Я понял. Ну вот, Небесный под миллионом стоит. Это мне Англия дал бесплатно, а мне ещё и ты его дал бесплатно. Ставим шкаф колонием Небесного. В смысле, ёпт? Бесплатно? Ну, ты же бесплатно дал. Ну, наверно. А я хавкеру 150 голд. Короче, хавкер, передай 50 голд Варенька и 50 голд Англию. Ну-ка, сюда подошел. Гони 50 голд. Так, я вроде тебе суманул. Бой, знаешь, что мне дал? Чё дал? Клешник рабу? Вот это! Нормальная тема, кстати, продай. Там, молот Рагнароса надо крафтить. Не бафайте кота. Каску, кулак, пристабаф. А сейчас все зашли, сейчас баф. Это еще макросик. Кого бы в таргет взять? Блять, дайте кто-то штрудели в обмен, умоляю, на Войда. 150 гол. Быстрее! Мало нет! Хорошо. Кикайте Войд, он что-то там мутит непонятно что. Вот интересный вопрос спросил Хант. Что за миники? Ты про големов? Кризис, Асфрис, начинай. Да стойте, Олег, дай переодеться. Да ты же потолил дом, желда. Да я посмотрел. На пол КД. Ну, отсек. Чё ты по одной шмотке меняешь? Да не стоит экипировка тут. Слушайте, у нас вроде нет, это опасно может быть. Надо там брать всё-таки. Да ладно, да, сразу 10 хантов, хули. Не, я боюсь. Ну, если это было бы 3 Джериона, блядь. Да не, если бы даже Джерион один был, я бы не боялся. А тут их 3, блядь. По скиллу как Джерион, блядь, по 5%. Хавкер хороший хант. Ну, хавкер 10%, ладно, как Джерион. Чек. Надо было больше тегл бы собирать. Все, начинай, Ice Freeze. Чекну потом фласки после этого трая, если вайпнемся. Блин, нахрена я пил ее только что, я вдруг мы убьем. Пей. Тоже выпил. Сними. Сними. Бежали метеор. Твой тарет. Дайте фласку, я кидаю фласку ему. Не знал. Тиму фласку в обмен кидаю, он мне две кидает, и я на обмен жму, типа. Хороший курс. Сейчас лужи пропадут, смещайте все в квадрат. Секунд метка. Фрейм отошли. Так, метеор, побежали. Тут же в рейд. Большой голем опасно. Кроме метка. Сразу заходи, Айсфрис. Во второй фазе. Рейд зашел. Четвертой пати добиваем големов. Руми хили большим исцелением, вот и мелкой флешкой не хиль. Умрет танк. Забудь про эту вспышку света, хили светом небес по КД частицу на танка.
хилит как ей удобно, я под прожимом. На третьей фазе тоже так будешь под прожимом, да? Так он, ты бы сейчас сдохнете, если не станет. Робы, блядь. Я тебе подожди. Ну, если хотите упасть, то можете зайти сейчас. Заходить. Заходить сейчас? Да, да, да. Заходи. Как раз под лезвие зайдете. Так, сколько меток было уже? Небесная и нормальная аму. Сейчас я кидаю. Слишком много флагов рейди почему-то. Сорян. Возможно, скоро к распаду Индия. Альпич, ты не вылетел? Скажи что-то. Ладно. Так, небесный, подымешь его тогда. После второй фазы. 51, готовьтесь. Сейчас лезвие, потом метка. Ждем метку, потом выходим. Ждем метку. Все, теперь выходим. Так, Хакапелита вылетел. Вставай, Хакапелита, Альп. Встали в квадратик. Давайте рост. Хакапелита, ты встанешь? Понял. Ой, давай на хилов только дам, побежали метеор. Сори, я вылетел. Демаронайзер выносит метку, маги, постарайтесь трэджа сейчас заморозить. Убирайте большого голема все. Фреш, а чё ты вышел в свет? Он не русский? Не бейте халёна, свету сейчас будет 30%, мы упадём. Скажите, когда во тьму зайти? Можно во тьму зайти? Да. Фреш, заходи быстрее во тьму. 30. Пробежали метеор. Не бейте халёна, свету. Не бейте. Во тьме за ту метку аж несите. Метка. Уходим, мы уже падаем. Круми, это ты диспелила сейчас сама себя? Будет ГП за такой диспел в рейде. Шаман отлетает, умирает. На стене доходите, диспелите. В прошлом рейде меня кто-то тоже диспелил. Рано там меня хулипало, откинуло. На ту сторону, хорошо, там не было ничего. Ты сначала пробегаешь подальше, чтобы трэш, а как только трэш на протопале висит, сразу пробегаешь поближе, чтобы не отлететь. Ладно, не будет ГП сейчас. Исключение из правил. Поверим, что два человека вылетело. Трэш с... Физифилакс, Ангел, стакайте расколы. Печите на хп перед заходом во тьму для Кеншина. А там были проблемы разве? Нет, не проблема, я просто напоминаю всем. Каждый рейд. Неважно, кто в рейде, просто это говорю. Ну, где он пристать сейчас ролобница? На
сюрприз зайдет, бафну. Так, СС на КД, ну не умирайте, будет сразу вайп сходу, на перефазе тут умирает, мы сразу падаем. Нету смысла тратить, дальше тратить без 25 человек на перефазе. Чек. Лапу дал. Базаров готов. Заходим за линию. Все подтвердили готовность, если есть начинать. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Альбик. Побежали метеор. Залагал. Охламончик, подымай небесного. Давай. Понимаю, а я вообще залагал что-то. Зачем ты на ног пересел? Сразу к вам сел. Где ваш? Не понимаю, это 1223 пинг. Побежали, метеор. Мели метка. Заходи сразу. Дружочек играем на четвертой пати. Вроде отпустил. Скажите, когда коту зайти. Заходи. Иди, заходи. Кулак, каску по коту, рестобав еще там дайте. Скажите, когда зайти нам. Заходи. На А мы инер заливаем. Тут говорит метка одновременно с лезвием. Сейчас не кидал? Что-то забыл. Не, не кидал, ты можешь кинуть. Сейчас я кину. Меломан выносит метку. Пока не в лезвие. Нормально. Забафайте. Ты говорил уже. Че. %5 варенька. Лезвие. Садка. Метку. Так, ждем метку. Не в портал ее выноси. Не в портал. Небесную метку выноси. Уходимся. Стали в квадратик, СС, там вот флешится, но прям не кинешь. Рост в свету. 8 минут еще до СС. Ну тогда забудьте. Взрывом разума, бьем присты. Бежали, метеор во тьме, на давай рост. Играем в большого голема РДД. Уже в рейд идет. Кроме выноси метку. Играйте большого голема все. Клёна пока не бить, давайте трэш сольем мелкий. 40% клёна, ретрейдер выноси метку. МК магии обновить. Стали в квадратик, нужно бить дальше.
Так, метеор, побежали. Далеко бежим, следим за лужами. Оббегайте с лужи. 40 не бить, не ломай, выноси метку, там где спалишь. Большого голема все играем. Так, меня... Ладно, это не критично. Прауд метка. Стали опять в квадрат. Сейчас будет 60%. Капля надо. Блять, сука. Побежали, метеор. Классный комментарий. Это помогает рейдер. Да тут тупило. Уже в рейд идет. Три кнопки, выноси метку, сам себя диспелишь. Играйте большого голема. Уэйд, кидай. Так, Алена, пока все это не бить, давайте трэш сольем. Давай гимноману, да? Давай гимноману, для залилей на хазраку. Бьем дальше Алена. Убежали, метеор. Последний трэш, скорее всего. Сидим за лужами. Лужа в рейд. Плохо. Хавкер метку выноси, но пол слабый сейчас будет. Смотрим за агро дисплею. Все в трэш играем. Хильте вдвоем. Кто там захилите? Захилить. Б. Снимай дух, я тебя БРну. Поднимаю тебя. Так, числа его на синетку. Да. Скажите, когда зайти в ванне? Во тьму. Так, метеор, побежали. Ретрики, покидайте во тьме каплю на АБДК, там, не знаю. Стопайте в свету по Халиону. Позарак его на синетку, прожимай сакру. Ладно, можно добивать. Добивайте. Думаю, ничего не случится страшного. Надо тролли. Ладно, давайте, наверное, тот липен. Это второй трай был, да? Да, по-моему. Ага. Тупо твой. А наручи на ретро идут или нет? Да. Да, это без. А, нет, это. Да, это второй трай, ладно, давайте липен дадим дополнительное. Это у нас на первом трай просто два человека вылетело. Так, это рулим. Да, это бисовые. Да, бис. Я на вопрос рейта, кто они, а про АДК. Десять процентов приня. Так, есть варик пойти удар или ЦЛК? Ой, да. ЦЛК давай. Ваня, ты давай куда? Давай ЦЛК. ЦЛК пидоры только ходят. Зачем вам это ЦЛК? Давайте удар лучше. Если ЦЛК, я спать пошел. Ульда рулит. Да, да. Ваня, да, как? Куда-то пойдешь? Кого ты спросил, Варенька? Да, пойдем. Да, он уже офнулся, блядь. Не стал уже.